Перед началом сказки маленьких курганцев встретили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ребятами они водили хороводы вокруг нарядной елки, пели веселые песни и играли, а затем пригласили детей в зал. С этой Золушкой дети и их родители уже знакомы. По словам артистов, спектакль является практически копией известного советского фильма. Однако кое-какие отличия все же есть. Здесь мюзикл. Очень много музыки. Очень много музыки, да. Режиссерский взгляд, режиссерский, другой, да, совсем. Очень много юмора. Весело, смешно, остренько. Задора. Именно, чтобы создать праздничное настроение. Да. В то же время очень тепло, да, по-доброму и свежо. Постановкой сказки занимался режиссер Челябинского театра оперы и балета Вадим Кейш. Все костюмы и декорации для мюзикла также привезли из столицы Южного Урала, где он с успехом идет не первый год. Уже 7 лет он там идет, и все эти 7 лет он пользуется популярностью у зрителей, детям это очень нравится, поэтому я думаю, что и курганским детям это будет очень интересно. Поэтому, собственно, и принято решение именно эту постановку и сделать. Маленькие зрители чувствовали себя полноценными участниками действия. Артисты спускались в зал, разговаривали с ними и даже советовались. В конце сказки ребят ждал еще один приятный сюрприз – угощение от самого короля. Дарья Федрягина, Алена Анашкина, Александр Меньщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».